Жизнь без боли. В Петропавловске стартовала очередная ярмарка продажи аппаратов Елатомского завода. Пройдет она с 10 по 16 октября. Весь ассортимент продукции представлен в сети аптек «Цветная». Какой аппарат выбрать и от какого недуга он поможет, узнавала моя коллега Ксения Куценко. Болит спина или суставы? Верный домашний доктор – аппарат «Алмак-01». Много времени на сеанс не потребуется, зато спектр воздействия у этого физиоприбора очень широк. Аппарат физиотерапевтический, малогабаритный, то есть предназначенный для домашнего применения. В домашних условиях, не имея медицинских навыков, любой человек может с ним справиться. Например, при остеохондрозе шейного отдела позвоночника, поясничного отдела позвоночника, при заболеваниях коленных суставов, вообще суставных заболеваний, таких как артрит, артроз, заболевания внутренних органов, такие как вот язвы, гастриты, заболевания бронхов, венозная система. Палочка-выручалочка при всех недугах и Диамак. Он поможет избавиться от распространенных последствий остеохондроза шеи, таких как головокружение, мигрень, колебания артериального давления. Осенью специалисты советуют особенно обратить внимание на аппарат Унилор. Комплексное воздействие поможет при лечении ринитов, синуситов, гайморитов, а также послужит хорошей профилактикой простудных заболеваний. Аппараты Елатомского завода пользуются большой популярностью среди горожан, а выставки продажи их продукции проходят каждый месяц. Кстати, у производителей физиоприборов для покупателей есть хорошая новость. Теперь гарантийный срок аппаратов увеличен до 3 лет. Елатомскому приборному заводу 25 лет, как он выпускает физиоаппараты домашнего применения, также и стационарные аппараты, то есть, которые применяемы в больницах, физиокабинетах. В Казахстане эти аппараты используются уже более 15 лет. Аппараты себя зарекомендовали, они пользуются спросом. Завод увеличил гарантийный срок с 2 лет до 3 лет. Это говорит о качестве товара, то есть о том, что завод отвечает за качество своего производства. Приобрести приборы из серии «Домашний доктор» можно на выставке продажи. В Петропавловске она пройдет с 10 по 16 октября в сети аптек «Цветная». Подобрать нужное устройство вам помогут менеджеры. Они расскажут и как правильно использовать прибор. Ксения Куценко, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.